Эш, вот так. Всем привет! И вы, наверное, думаете, куда делась эта рубрика, когда мы с нашим оператором ходили и задавали не очень удобные вопросы. Все потому, что мы с Сашей пешком шли до Казани, чтобы снять этот выпуск. Но мы добрались до Казани. Новый конкурс, ребят. По лицу Нарека угадайте, сколько градусов на улице. Да нет, это вон там. Че, кому подойдем? Так. Так. Может, с другой стороны? Да? Вот, за тобой смотри. Вот к водителю. Не, ну нормально, нормально. Живем. Где все ты? Может, за билетами пошли? Помнишь, Юна, вот туда? А, кстати, да. Почем тут бензин, бля? Я хочу цены посмотреть. Так, 90... Нет цен. Спросим, у них что, не знают. А соперники? Да, мы тебя подвезем потом. Нет, точно не хочу. В смысле? Ну ты ж опаздываешь, а стоишь и разговариваешь с нами. Ну мне надо, а че снимать? Этот, собеседование, знаешь? А, да. Вот, мы сейчас актеров набираем, потом девчонок набираем. Нет, я не понял. Да? Ну ладно, ладно. Я пытался, Саня. Я пытался. Видишь, пацан куда-то ехал, спешил. Доброе утро. Скажите, а где рынок тут? Да. А сколько стоит проезд? 27. Да, все на рынок идут. Я всегда считал, что если меня увидят с тобой в компании, они такие, вот там из Сочи приехали. Этот, наверное, с ним, ну то есть ты со мной хвостом. Вон какой-то пассажир идет. Ну, он ускорил шаг, когда увидел тебя с камерой. Билеты дам бесплатно, за Сочи будешь болеть? Ну и что? Мне деньги дай, я тоже что, за кого угодно буду орать. Чтобы я тебя не видел на нашей трибуне. Мы билеты им предложим. Они, наверное, думают, что мы ходим с этими билетами, барыжимыми. Может, все-таки дам билеты? Полный игнор. До того, как камера включилась, он сказал, давайте, билеты, я за Сочи буду болеть. А камеру включили, он переобулся в воздухе. Счет, быстро. Скажите, какой счет сегодня будет? 2-1. Фоза Сочи, да? Хорошо, прилетайте. Заводская 26/5, офис наш. Да я свой адрес назвал, домашний, прикинь. Нет, Старая Насыпная 22. Прикинь, приезжаем в Сочи. Проходит день, 20, стук в дверь, стоит с чемоданом. Привет, я приехал. Александр Анатольевич Ким. На этот матч гостевую трибуну решили перенести ближе к красивому виду. Посмотрите, вот где теперь гостевая трибуна наша. Ну, собственно, вид не хуже, чем на поле. Саша будет рад. Знаешь, есть люди, тренеры, которые отворачиваются, когда бьют пенальти или еще какое-то событие на поле происходит. А есть, походу, группа людей, которые так делают. Они просто решили их собрать и вывести сюда на трибуну.